Роман Дмитриев, а ты сахабын денеркеха қаз бидиге чугас болықтақ. Кене ұғылычулақ спортсмен, таланнақ тренер, сударыстыны деятел бұхытынан әрі болбаққа, олыс улахан сүрақтақ сүді кехе бұхытынан. Қаз бидди кеха чугасты доғырду істің сығыннақ кехе бұхытынан өбітехан абытығар сүрақ бітігер еңген хынжар. Лақтырекен еқі тікті бұл бұд, таптал бұд ұғара бұд, кемастағын айы төттіретін кені түйеті қалыр бұл суылы ейхе өсі сол талынан ейхер. Роман Михайлович Дмитриев бары болылар құлын тұтар сәттес күнігер кені сәтті 15 сағын білетеді. Спорт мұңы тұр чепчалығар, сақаларта маңнегінан тақсы бұд, олимпиадағы суылы тәлбет бейгі чемпионмет үбілуе. Бұйылғы сұлыстата әлбәқ арас тірәхінерінен дылағынақтық білетін еға. Роман Дмитриев юбилейгаранан тох болуғай, күйерігейін бар жынығар біліқ тәбет, сақалар күйіқтерін андай дүгі көрдер бүт, қағанда ұнылы бат, өлбәді бәт өтелек, бар соқ сүді кехе біт атын өтеге тох үлі барарай. Бүйінгі теме бітен бігеге Роман Дмитриев күрук бігеге сүрек бітігерден атты бүт. Күрдігі дағаны кейі кені келбеніне аға, сақы кені аттаға беге кен тұттар. Олимпиада күрдік үтік үддік ішіп чалға солы тәлбет күнді кейбет. Роман Михайлович Дмитриев түрәбіте сәтті 15 сылын белетер. Кен далағынақ тәрәхінер тұстарынан оны кені атын өтетеге күн бүгін үтчап бұтығар қайдақ тоқ үләні гетан олар бұтын туғынан сәргеге күрдігін бәғат етелі қаналақ құлаққатына қаянда үлістәрін. Жауанна, бүгін үлжеттір бұтын білігіннері бет, бүгін бігігі студия бұтыр ұтық үлжет болан олырыр Антонина Сафроновна Дмитриева, Арман Михайлович Дмитриев кергені өтек әні. Александр Николаевич Иванов, көңіл тұстығы олимпийске онылар үрін көміс призердіра, андыйды кубағын, оны Европа чемпионатын призера, СССРС қазды түгілләк чемпионы, СССРС спордың үтелек мастера, саха СССР үтелек тренері. Түкәнін? Оны Семен Сергеевич Чердонов, Роман Михайлович Дмитриев атынан олимпийске әрел бәлемнер республикатағы училищетін директора. Дөке. Ленин Николаевич Спирдонов, Сахар республикатын физическая культураға, оны спортқа министра. Дөке. Оны бүгін бігеғі Москваттан бұға қолбануға, Роман Дмитриевич бір олық аллар атаға Александр Иваницкай. Уала, олимпийский чемпион Уала Владимир Александрович Иваницкий, спортивный комментатор Сурналыс, мекене ағатын кытта доғырдығытын, Роман Михайлович доғырдығытын кытта үлестеға, санатыны тега. Жабысын тұрын, түйекеғе олын, нұнты бүгін бігеға үләғаттын біз бұлан келбекетер мақтаны бұд. Бұ, Роман Михайлович ата өпіпі күрдік, ғылайы қайдағары сол тұты үдден ер күрдік. Тірі бұ турнидар чемпионат күріқтегелер осынан кең далаған нақтық бараллар. Бұйыл кене түрі өпті әтті 15 сылын білет ебет, онына оныс аңдайды татағымнақ чемпионат турнир күріқтейтін ұйты бұд. Дәйтші, басын тұрыптың бұл Роман Дмитриев сыйлы дейл бұлақ бұл. Түгі бұланын алыр ұбыты. Сөлен Николаевич, ұйты алыққа. Өте көрінен күнді көк экраны көрір көрәтшілер, спорды сәң әрәтшілер. Ата білергіт күрді бұл әнепетін күрді күн тұтар әттіш күнігер беге толу спортсмен мәт Роман Михайлович Дмитриев әтті 15 сағын толыр. Екетіген чатта жүрбе бір ғылаққа беге бұл тәрәйінері білініне бұланы баттамыта. Бұл чәттетіне әттін беге бұл сұллата әлбәқ ұтты тәрәйінері үтті бұл. Ол күндігі бұл ұлыстарға мастер-класстар, наушынай конференциялар. Ол бұланы кейді кенеге тағарыта, кенегетін перезиданиеті. Ол күндігі ұтын кейіне ұстуыта, ұнытты бұл юбилейіне тәрәйінер болы тұралыр. Бұл жәттетіне ұтты бұл күріқті тәрәйінері сағаланық тақтыр. Күн сарсын ұтты бұл мәйі тетрадиден кенеге тұн сүріқтенеті болуаға. Антон үйін үл төменге кене Роман Михайлович ұтты депутатын өлі әбді. Ол күнді үл төменге тұн кене ғатынан өме тәрәйін болуаға.
Роман Дмитриев, тустуки бюрегер хапсыгыларын тухунан этиты бар. Ол отчетоған интервьюны білген көрінағыққа. Сложные победы, когда ты в начале схватки какую-то грубую ошибку совершил и проигрывал, и потом усилием своей воли, там, мобилизации всей энергии добился в конце схватки победы. Ну, таких схваток мне очень много было. Я помню, одну схватку проигрывал 6-0, выиграл со счетом 8-6 в конце. Одну схватку 7-2 проигрывал после первого периода, потом пришлось отыгрываться. И когда после таких схваток выходишь и путаешь, допустим, свой угол, уходишь в другой угол, вместо того, чтобы идти своему тренеру, там бывали такие полуобморочные состояния, заканчивали схватки. Вот такие схватки запоминаются. А олимпийская победа запоминается после, когда уже идет награждение, пьедестал почета, откуда очень без нам долго хочется оставаться и оттуда спуститься с пьедестала неохота бывает. Эти пьедестал, олимпиады пьедестал, тынки хит ухем бағыр баттен әтпеді. Вот эгер джек, Роман Михайлович, олағыр, нардас кығыры бол батағата, білден тұру қаттыру да бары, арида балырдақ түтігендер балылары, холубра чөпчулайын тұха балырты ғылттан баста батаға бетер, күріктеге күтті батақ түгендер еме балылары болдаға ди. Сан Николаевич, айм, темен реалге білгі екенне кітті тосты бұқ күт, оны пьедесталғы білгі тақсы бұқ күт, қайда қатен ұна, күрті қақтын ағықыра. Ото бастадан тұрын, бұл телевизоры көрәшілерге, сағат ұстутын таптасыларға, таптасылар барларын, сағат жонын барларын, бұл Роман Михайлович әттін бәс, сағын толыр юбилейдақ ғылына неғардыл ебін. Күрдік бейеға сақыларғы бұл ұлыған дады. Бір ұлу кейбіт, сақыларды ұлу кейбіт біле ғылы болыр, оны та бейгі үлді ашу әделіғі тақ. Ата олимпийска ойнуға білден тұрар арас түгенер барыты болалылар. Оны туақтым. Алғас, алғастен тұл олимпийска ойнуға ұлық. Случайности не бывает. Или специально директорантиянгана нонгорохан надо, кыяхан надо, или специально киняха хлубур кыях такхене балыянган медалем бидяхан надо. Арма Михайлович именно бу тухаты бэсбиде. Кини медалин, комис медалин бу манериалга хебиттен хвостану буттера. Иты кэмгэ вала мин параллельно кубергу тустахаджи бутым, Корея хэгэдта. Кэнэ мэлэ Япония сэн тустахаджар, он нол. Ванна храм крыт на кор бутым. Арман кэээн эр. Уже кэээр болды. Он там бидда кор бутым. Иккэндэрэн устанга бистылэ. Эдя бэтэм анна. Ону хамэдя туага хэк бутым дэн Арман Михайлович. Тоқтығаны ұлыған эмоцияны көрдір бәкірәрі как мұшшина, әркей көрдік. Қолы бұрыты спортсменлер бәйлерін калияларыттан тақсағанлан барындар. Эмоциялан көй әшіңізге. Көбер үнті ғынялар, ұстығылы тәбәлілер, әңін рәс
Так, раз так брат кордрол. Роме Хасан так был батага. Лох. Дигняк эрки и курдук. Антонина Сафроновна, эти не то ходдага мит кепсе отче, да? Эти не ктуги. Нет, я рассказывал. Вообще не рассказывал, да? А вот эти не ктугеннер, вот какие-то поражения, например, кенехомой бут тюгеннер, нигин, Аллах, хрдапат. Мы когда познакомились, он пришел к нам с книгой на ковре чемпиона. Подарил ее, чтобы я все прочитала, видимо. В принципе, он нет. Чего кенет угон, я книга тембельбитен? Да. Эксюн. Почти так. Отец Семен Сергеевич, эти кини обсценен ту стороне малым холубра блигин, эти оголорги ген хайдах кепсиги, эти хайдах датагатый, ордук тугун болгом тото оголагатый. Антон, бастан туран, арма мекалыш олимпийский чемпион беги, ой бит тустутун, беги оголор бутугар телевизор, кинен үнгі, оннатон чон кепсен, оннатон бу киниген үнгі. Лордан Танисопроно, блин, книга Тарда, эти зугурдук, блин, книга Наука, повеждать, книга Варону, библиотека Тарда Бармана, урок Тарга, у Тустар, Джаракта, и Тарка Негатирина, это быть не матан, как Сидлер, Хайдак прием урон, Хайдак Кейтин, воспитательный Юрах Петигер, кине Олохон Тухунан, кине Хайдак был спортсмен, был Бакурдук, Салаячи, общественный деятель был Бутун Тухунан, и никем сами Биолог Бутугар, бу инники холларыгар инник уйрах беребит бар мәме қаш улуғын туғынан кепсемет инники классна да тастыр болдыр көсүйлер де бол Алексей Николаевич деген кепсир оғлар бутугар палпас пиген келен кепсир ити курдук кепсеннүңү оғлар бутур сыйрыт бар мәме қаш Дмитрий улуғын ну берете бит онук булади билген олимпийский чемпиондар бит бу Белерінен келен кепсилері оларғы холуыры улахан тоқ болыр бұлады. Стимул. Стимул. Қас, нік беседелер келенлерден оғылыр бұд оттыра қарақтыру оттынан, жарыққа сығынныра, бұй өре қа сығынныра. Құрау оғылыр ұруйды да болан қағылыр. Александр Николаевич, бүгін Роман Михайлович қайдақта құрдық кене әркейі, саға әркейдің бұғытынан ұратытыны ме әтіні арды, онына кене бұ қайдақ тұстуға келбетін туғанын бейек ұлғас тоқтығыл кенеттен. Кепсет еқпет, саңа кенеген еме білейінер еқпетанын бейгенден бергі ауыл. Кем астағын айы Роман Дмитриев, ұғылытшылақ, спортсмен, Бехеха Олимпиады соулын тәлбет кейі бұғытынан әрі болбаққа, кене қайдақта құрдық үтеу кейі бұғытынан, доғыр бұғытынан, жоғыннағын солталта ұлатын ер. Отты кене сәмейін, модерайын, етенне әріліғын туғынан жон ғос нұмыға оңыстың кепсер. Тұстуға бастықы қырдылары оңырыр кемегер кені қайдаға тәй ол тұғынан бұ түйімек бетер кепсейбіт, жә әте түйімек бетер сұрдатын аспыпы құрдық мен тәтіреттерім ден кенегені бұ тұтан олары бұд, аға Антонина Сафроновна тағаттарды, жә әте кенеге бәті тұспа ұратылақ кенегеде әте тұғынан кепсейк қара. Ол әте кене бұл тренерге Тетя Тихона Кепсия. Усена бы книга Хаханга, нахай да Харлан Салам, тай, того манна книга бы на ногу Тургананны. Ну, история такая, что в 2011 году, когда вышел указ президента Республики Саха-Якутия Егора Афанасьевича Борисов, там был пункт про книгу. И присутствовал на совещании Александр Гаврилович Тыллар, который показал вот показал у себя вот на руках, из рук не выпускал какие-то тетради. И сказал, вот у меня есть рукописи, которые Роман Михайлович писал еще в 70-е годы. И вот я хочу по ним книгу написать. И мы сказали, очень хорошо, давайте будем работать. И вроде бы он должен был работать над этой книгой. Но потом что-то не получилось, он отказался. И на наше счастье нашлись... Да. Нашлись более поздние дневники, и я подготовила книгу «Наука побеждать». Тоже по более поздним воспоминаниям. А в 2022 году как-то я попросила Родиона Иннокентьевича Федорова, который у нас
возглавляет ассоциацию по увековечению памяти Романа Михайловича, еще раз позвонить Александру Гавриловичу, прям, ну, как бы, даже не надеясь, что будет положительное решение. И вдруг тот согласился отдать эти дневники. То есть человек мечтал всю жизнь сам выпустить эту книгу, а тут он решил отдать. И мы очень обрадовались. Я в то время училась на иллюстратора. И эти записи у меня лежали где-то до августа месяца. И когда я уже закончила обучаться, я решила сама заняться полностью книгой. То есть и редактировать, и рисовать, да, и фотографии все обрабатывать, и, соответственно, полностью ее под ключ сделать самой. Вот мне почему-то так захотелось, потому что у нас стояла как бы всегда проблема снять фильм. И эта проблема не решалась. И мне единственное желание вот было в этой книге ее сделать как фильм. То есть ты ее листаешь. Да. Да. И визуально идет вот контент, который вот согласован с текстом. И когда закрывается книга, у человека создается ощущение, что он посмотрел фильм. Вот с такой целью я... Бубулана Роман Дмитриев ологан бастыгы тустуга хардылары уйлунлар болуктары де хулурче пепикурдулу тренер куркинге келер дере булады же уну ким кепсири кине хайдак атет чорга хайдак бу улу куркинге кел битеген уну хайда табыт та ким чудик сани калыш сани калыш билери ол о аттан Роман Михайлович мигитен 3 жылга аха эп инен булан мен чурапчага кадар бар кине уже битерен армия бар бекеме. Сыйыска ағайдыр. Онын қайда кәлбетін білбәппен. Кені ұзы мен кенені бастан көрі өк бетті. Бастаяны бидер кей күрді кәді. Ол күрді кені қайда қара кен бағайдық білдер әді. Оқылы бұр Николай Захаров сақатшылығын. Бирге хеджеллерин көрөм барам мен. Уруктан билер жандарым күрдү. Анан Арва Михайлович кырдагатан уже туа күрдүк. Улу спортсмен болары билер кей күрдүк анан уже. Да хотя кине оолорго онда молодежка хою чемпиону болбута лухан туа күрдүр. Бу кинеген актыт да? Аган. Ага, бұл тоқ тоғының сұрылы бұты еңік сәкет еқ қыры? Ата бұл Роман Михайлович бәйті құрый бұт невенегеттен. Невенегер ол ұрын оған ұлды бұт. Кені даже бұл күрәді ғана қайдақ ұлы апыта. Қайдақ сайының атарары, күстігірі, қастығырі, балықтығырі, онытағынан қайынынары бол баққа күгінлары. Ты деревня вот так хотя улатерен он это харбит, он хотя уж где бейте хориера бит, но такие дурбаги на кругас полам баран тох баран баратин киллер. Касте тре паривти ник, вот кюс, ускин, ус тре. Оло чате тре кухри бита бартман никидде. Да. Бу урухигун карагмет маннече. Вехе коллегалары мен сөз қойдылар. Олақ ұру бұна үйт мас түйірері біккен дейден. Құлырыс бұл Дмитрий Петрович көркен қайдықта құрдық бәті бәтінден ұлыр ұруй. Тегірдік кейі кейініні аты еге тұқ дияғаны кеті? Аты мен мәнді көрілікпен. Аты көрбітім көрім ағалікпен бұл бәлі. Тәбе әтағығым, аты мәнді кенегелер тақсылдары. Сюда очень было, оголорго, держанго, спорту, генера, держанго. Мне кинули до таксандер, бо окем нега, деревня улокту вы не мекет дур. Что то окем крехте улокту. Что то окем дера, исторический кинига волар было. Он на Роман Михайлович бе, это хуруй бутто. Эти бочерин кур дурок хорошо видно. Бочер дарен, бо манна бочера бар курунгаре бо. Тердис камера кур дурок ха. Бұманның бәйтін болуық құрып бұта. Дәрі дауысы сәтті өне сұллақ еңден. Ғайны бұрат еңден. Бұл осқы олағы та құрып бұт, дәрі құрып бұтын құрды.
Я думаю, что у него как бы предопределено было. Он родился в такой семье, которые вот, ну, занимались охотой, рыбалкой среди природы, жили в самых суровых условиях. И они с малых лет уже занимались, ну, помогали родителям по хозяйству. То есть он всегда говорил, что я вот работал, как родился, вот я все время работал. И на сенокосе, и дрова кололи, и все, что там положено в таких условиях делать, они делали. И как бы все были очень дружные. А родители, они были очень мудрыми людьми, они развивали в них смекалку. То есть по вечерам они рассказывали им истории, загадывали загадки, и вот все дети должны были это отгадывать. И это очень полезно. На что идею? Да. И сразу как бы ответы мама не говорила, а вот они долго-долго учились, всякие строили предположения, потом она только им подсказывала. И у них было традиционно, что они читали книгу, вот когда выезжали вообще вот среди глухой тайги, когда вот они на зимовку или весной выезжали, читали им книгу и рассказывали истории, сказки, ну вот все поверья наши. И, соответственно, они вот жили вот среди вот как бы таких суровых условий и питались всем натуральным, и как бы воспитывали в себе как бы волю, то есть он, то есть они воспитывались на героях того времени. То есть там Суворов — это как бы для Романа Михайловича образец для, для подражания. И он прочитал его книгу, еще будучи школьником. А я вот сейчас, я ее, очень тяжело ее прочитать. И я не понимаю, как он ее прочитал на самом деле. И они вот, то есть они даже играли вот в войну, там, все время в плохую погоду. То есть вот мерзнуть там или что-то, жаловаться при этом. Они в себе воспитывали вот выносливость и волю. Вот эти гаджик, Холор Александр Николаевич, я хамил, ол ты ото был лаганди. Эти тусту, Дмитрий Петрович, я имею бейтин жар тыры гарри, че Холор, блин, ну, сту реген ден курдук, блин, эрчиллер, тэрилләре холовыр эч үләттән тахарты ди. Биннән тору. Эчи үләгә инник мускулла улап кыт көмөлһәр булды ди тустыны дертенә. Көмөлһәм ба ул. Дмитрий Петрович бәйте ме тыга яскай бит оны хөддәгә рәхәнлек. Рәхән условия улап ки. Тем более эти бәйтән исә аке булла. Ата Роман Михайлович булланы бу билегенә битерен күрдек. Тох пар ты отын үләтен
Оғытым болуды. Улахан жандар үлелерін баратын үлелерін. Бігі баранды. Бігі баранды. Мүлен бол. Сенің тұстығы бұл маңық чіп чалыды бұл егі. Кей үлелен бұл әтін сенің сайындарар бұлай. Білеген қолыбыра. Білеген әлбек оға қолыбыра үлелі әбет. Газ бар, бұл бар. Ол ең бұлағына үлелер олыға ғаяты ғай. Әтінде мек артық тоқтауық бұл, білеген қылғас тоқтауылға бар бұл, әме тоқтауыл кәнеттен керістебетін салғық бұл, бігенден бергі болды. Арман Дмитриева СССРС сөмірдеме қаманды тұр олыс мұдарай, оны доғыр-доғыру сатыр кейі бұғытынан кейінің білінелілері, оны ұтықтылары. Ол тұғының бүгін еме кәпсет еқпет, оның көнді көрәшілер бет түрдің екі тұтағыз тұғын сәттер, ең кәләңгіт әтейлергетін ханаларғытын еме өлесті еқтін сөп, етені басап, нөмір олар еба тағыз 914 Өсен тұстығы әлбәға берер дейті бітті. Әме, Леонид Николаевич, әлбәға өлі әлімет қолығыра бұ тұстығы әмесі тегілер көлілерден, Семен Сергеевич, білеген қайдақтырай олар. Дейді, кеме ғырыптың ұлбітар болуқта. Құттың білін күдің олы қайдан. Оғы оттауат, мастават болуылар әдбәк, ұлтағылар әд, мұскілләрі. Бұ центральный өрінергі ғаз кейран қаян мас қайып баттарға. Но он тұғыларын тәңбір зал нөңі ғардалар. Но оны бігі қолыры бұл рингаттан, то есть үллері қалыптан, бұл лағыр бұтын тұттан, ләгілігірден үлге бұл үшін ешілін пескерізе бі лағырдақ. Оны тұң қортос қолырды мұд. Тәргелі оны ұлыхан бай территорияла, оны отоғыс тұрабыд. Хатава тоғылар ме балдар. Но түрген майты оғы боландар, хен бәйбәйлер түверінендер маңық. Бәйлер тәнемаларын қайды қолерге үверінендер. Но күдік бұл Александр Николаевич, Леонид Николаевич өпкеттілер, түйерігер оғылар әрдеттен үлі әдіқті физиске бұдан айтылақ, оны қықтақ жоң оғылар. Үлені бұны мұқтарын әді оғылар. Сәп, аны тұрам болағына бігейте білеген пепі көрді кені кейі бұғытынан, доғыр бұғытынан, доғыр-доғыры сатырден бұл Сәбескі Союз Сөмірдемен қаманды тәйме үрдеген ұтықтыларын әтелілер. Роман Емтерев доғыр-доғыры сатыр, әрілләк кейетеген үгістік істебет. Отты олимпийский чемпион, андойду төттігілләк чемпионы Александр Владимирович Иваницкай кенені кіттолуғын ұстата доғыр-доспута, онына маңық денеп біте. Роман Дмитриев очень философски настроенный человек. С годами он все больше и больше хотел меня обратить к своей вере. Вера такая, что центр земли Якутия, что все хорошее произошло от якутов. Я начал ему Ану Александр Иваницкий олы бігейіні кітті білеген Сөбейәскі тақсығыға Москваттан. Владимир Александрович Иваницкий, кене спортивный комментатор, сұрналыз бігітінің мекеңінің білебет. Так, Владимир Александрович. Да. Добрый день. Вижу себя. Всех рад видеть очень. Антонина Сафронова, Леонид Спиридонов, да. Всех знаете. Семена Чардонова, нашего олимпионика замечательного. Дай бог здоровья, да, многие лета. Вот, спасибо. Да, очень приятно, что вы нашли время и с вами на связи вышли, да, Владимир Александрович. Вот в Якутии мы отмечаем юбилей нашего легендарного борца, первого олимпийского чемпиона Романа Дмитриевича Михайловича Дмитриева. Действительно, это у нас реально праздник, потому что мы все знаем, гордимся. И ваш отец и Роман Михайлович очень хорошо дружили всю жизнь. Такая дружба – это редкость в мире спорта. Как вы считаете? Вы знаете, да, действительно, вот независимо от национальности, от цвета кожи, вот бывает, ты находишь именно родную душу. Плюс их объединил еще уникальный человек-тренер Преображенский. А Преображенский, в свою очередь, имел такие же связи с Коркиным. Понимаете, вот их дружба, начавшаяся с Ленинграда и продлившаяся, в общем, до конца лет самого Коркина, вот она и породила вот это удивительное явление взаимоотношений, да, и именно ему доверил вот этот бриллиант, которым являлся Роман Михайлович.
Скажем, вот у того же Преображенского было уникальное чувство, видение именно спортсменов, которые способны совершить невозможное. Ну, реально же Дмитрий стал вот в смысле для народа Саха вот таким Гагарином в спорте. И это смог увидеть и Куркин, смог увидеть и Преображенский. И вы знаете, почему у него было такое чувство, у Преображенского, я просто почему про него говорю так много, объясню. Дело в том, что первый тренер отца, у которого он занимался борьбой, до конца своей жизни не понимал, как этот мешок мог стать олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира. Вот представляете, такое разное тренерское видение. Вот. Причем он очень долго прожил, причем до где-то до 2000-х годов, и вот все время был поражен вот этому. А Преображенский сумел это увидеть. И то же самое увидеть и в Романе Михайловиче. Более того, еще одну деталь любопытную скажу об уникальном качестве. Ведь в секцию Преображенского пришел знаменитый бандит с будущим, япончик, знаете такого, да? А, сидел в Америке, по-моему, там и погиб. Он его выгнал. Выгнал из секции. Понимаете, вот было чувство видения. И... А родство душ, ну, прежде всего, вы знаете, поиски истины, потому что Роман Михайлович до конца жизни копался в национальной истории, в национальных традициях. У меня отец тоже, вот если посмотреть те книги, которыми он интересовался народной национальной культурой и Советского Союза, и русской культуры. А мы так или иначе, вот, живущие на этой огромной территории, мы переплетены. И то, что Роман Михайлович, он и меня попытался в веру и обратить, значит, древнюю, я уже точно не помню, как это, то ли тангрианство называется, я не такой большой специалист, но удивительные истории рассказывал, мистические порой. Единственные встречи были достаточно редкие, но вот каждый раз, особенно чем старше становился, вот он считал даже самое главное не про борьбу поговорить, а именно об этом. Может быть, они на этом с отцом тоже как-то вот сходились еще, когда вот искали сами себя. Угу. Вот мы нашим телезрителям показали редкий кадр из хроники, да, как они играют в футбол в Москве. Футбол. Футбол. Да. Ну, и там и тоже видно, да, как они очень тесно дружились. Вот мы сейчас стараемся переосмыслить, как парень из якутской глубинки, вот Джиганского района, да, поднялся на олимпийский пьедестал. Как вы считаете, в чем феномен Романа Михайловича? Как спортивный комментатор вы можете это оценить? Вы знаете, вот в каждом народе рождаются люди, которые вот... открывают новые такие горизонты. И ему суждено было стать таким человеком. Вот маленький, 1,54 м, 48 килограммов. Но именно он сумел всем якутам показать, что это возможно. Понимаете, вот не показав, очень сложно в себя поверить. Угу. Точно так же, как вот сравнивать с Великой Отечественной войной, когда мы долго отступали, но потом там битва под Москвой, где... много сибиряков там отстояло, да, показали, что мы можем. И дальше мы пошли побеждать. Вот важно очень показать, открыть эту дверь, подняться на эту вершину. И посмотрите сразу, как потянулись. И на второй Олимпиаде уже их трое оказалось, понимаете, Иванов, Пинигин. Это же уникальное достижение. И самое главное, вот о чем мечтал Роман Михайлович, он мечтал о том, что вот была создана в Якутии база, из которой будут расти новые чемпионы. Вот я желаю, чтобы эта мечта его осуществилась и сбылась. Я думаю, что мы все заинтересованы в этом. А вы готовите фильм? Мы вот на эту неделю обязательно покажем на нашем канале. И архивные материалы мы предоставили. Как вообще фильм получился и на что обратили внимание? Вы знаете, мне понравилось, вот есть работы, которые действительно остаются с тобой. Есть проходящие, а есть те, которые остаются. Я очень благодарен и Семену Чердонову, и Леониду Спиридонову, что вот они пошли на это совместное сотрудничество, потому что без них это невозможно было бы. И помогали, особенно Семен Чердонов очень много помогал
с контактами, с архивами, с материалами. Вы знаете, мы уложились. Дело в том, что такие работы делаются ну, минимум за полгода, если не больше. Но мы борцы, слушайте, нас согнуть сложно, поэтому мы бьемся в самых сложных ситуациях. Да, пришлось не поспать где-то в течение там, полутора месяцев, но получилось. Я рад, что я сопричастен к этой общей работе, которая является таким фильмом. Ну что ж, Владимир Александрович, спасибо вам большое. Очень приятно было с вами разговаривать именно в прямом эфире. С юбилеем тоже поздравляем вас. И ну, что бы хотели бы пожелать именно якутянам накануне юбилея Романа Михайловича Дмитриева? Пожалуйста. Я хочу пожелать будущих олимпийских чемпионов. Если Олимпийские игры во что-то другое переродятся, будущих звезд спорта, которыми можно гордиться и народу Саха, и народу России, и нашей многонациональной страны. Угу. Все, спасибо, Владимир Александрович. Спасибо вам большое. Счастливо. Всего доброго. Якутске ждем. Тогда вот блин, как гостов кто уговаривает, как гостов говорит, пока не тем беги геми, калерти гемах петигар. А сал гах пыт, он уходит от эти футболы рукод дивите. И че рукод дало ханжан рукод та хайда кини нахашо дюк товар стага дивите, хайда он не дивите, где хайлах курду. Обычный трок был. Тренировка. Тренировка, когда и баскетбол лугун даны, футбол лугун даны. Но даже в Маннегоню ларга крэджанр орду тюргене. Кто-то гарас полал ларге? Талаллар. Улахан джану илаха тавар тарнавар. А то, эти Александр Иваницкий, их это дохорн хейми билер була хатти. Энгэ товарастар хатти. Билер ба. Декенлер хаддаг энник Манды күші байты күйелерін тұқары тұғыр деспуттары. Отан, беге 69 сұллаққа анды үлі чемпионатын керетін, Рома Михас бастан күтті бүтін, анды үлі призері болан кәлбетін кәнеттен, Александр мен жүбәті, оны Александр Иваницкай, оны Преображенскай кәлбеттері. Асан Николай, үшінне тұқтатыр болдым, әр мейтіні қаянда салғық бұт, күлгі сұқтығы кәнеттен де еті тұғырды Беге бастакы олимпийский чемпион мет Роман Михайлович Дмитриев бары болар кулун тутар сеттис күнү керсетти 15 сагын билети этен. Оттон бу күндерге республика үдүнен беге бу сүдүк ихибит үбүлүйдөх түген күнүгер элбах тарахиндер баллар ал курдук спорт мотор чыпчалыгыр сахаларда маңнегенен тахсыбыт олимпиадага солут элбит беге чемпион мет үбүлүйе быйыл солустата кең далахан нактык барыктыра. Ол тоғынан бейгі көрсетей бітігер егіне мен ұңырабыд. Отын, Александр Николаевич, әте бейгі вот Иваниске дағытты көрсетейлерін үйен кәлі әжіптір әжетін. Де, Александр, Пірабыжанске ғыт е, жара қайдақ кенлерді орды спеттерін сәгеді. Отын, кенлер кәрбеттері бұл бейгі қа, сүріпте, үшкол, интернат, оғылырғар. Иккәлім беске чемпион. Мұна анды дүпілдері кәлейті бұты оғылырғар. Вообще, какие-то вот эти арбапат, туатова. Он на тон, эти нам хвастанки эти амбарар. Дмитрий Петрович Коркин, Хаблюр Боландар, у вас ты Боландар, вы Сергей Андреевич Боландар. Дмитрий Петрович Коркин, Ингритин Илынаннар, бехать и ангельбиттера. Олга на тон, олимпийский чемпион, Кородин, Кейі қақтан кеп сәйбәт елді бұл. Енеңінен кәлендер бейі қа мастер-класс көрдір біттірі. Ол көрдір біттірін бейіге кіндер бар біттірінген де ғылы бұға үтік-түхе-түхе оңырдыңыр. Кендер немаларынан кендер кенен бар біттірі. Көрдір біттірін. Кендер көрдір біттірін. Сөйтік олимпийский чемпиондар бұл. Эти были беги короче, битигер Роман Михайлович биография тын кордуребит, ол курдук кенет тон кылгатан курдук пытне, эти унюс сағыттан тустуынан жарықтанан барарабитти. Тол это кенет дойду тухугар, дойду тун чейхен тухугар олого сағаланар. Саха херегар бир дейді лақтыргар анаммыт, олого спорка карьератын кенеттен, кенет сударысыны деятел бұғытынан үлетін салғыр. Онна бұ дойдуға наға бірінелі әк кейі әті дейін әлбәқ мекеп сәндіргі бар.
Тебилгин Роман Михайлович государственный деятель быгытынан арыяккан. Кине бу биография көстөрүнөн спорт министрин бастыгы кылып ачтан күтүлдү жүрдүпчи. Дехайда кылып. Сен народ депутатын быгытынан сөйлөйбүт. Постоянно представительство улли жүрдүпчи көстөр. Жалал Николаевич. Вот кине бастан турунтун Россияга все старшие тренеры лидируют, это идарит чаттарга. Россия да, Антон Мулан, Сакая Дигарами, спорт, министерство, молодежь, кине, кен колбан, тлер, он кине, там бастаке, солбиячина, улилевите, он оттон депутат, твердюзя зафтедита, твердюзя зафка, депутат, на улилевите. Когда то улетишь, когда мы регатаем, да, мы регатаем, то где-то были Константин Борисов министр дыркемерлили идиота, то кенито депутат полбут. А то лон бы тех кундеригер, кини мы диктатор гбул бутади. Оно хлубра, киргенит яхан септу антенина сафронуна. Хайдах тух дерганы кини дертем бутай. Последние годы он работал, как сказали уже представителям Ильтумена в Госдуме. Благодаря ему, так как там были депутаты-спортсмены, очень активно работали, продвигали законопроекты, предложения вносили. Он очень тесно общался с Ланой Журовой, тоже рассказывал им много про Якутию, очень большую такую пропагандистскую работу вел. Про веру якутскую очень много рассказывал, и они посещали места священные, и сюда приезжали тоже. Поэтому у него идея вообще была такая, что он хотел как бы перейти вот эту планку спортивной деятельности, перейти вот именно к духовности. Какие духовности нам байболлага на... Он считал, да, что больше пользы принесет обществу. Бу карачилар битигер наха үшүгэй олох седех устууну көрдөрө турабытти. Бу булагына олимпийский чемпион болан келбик кылгар. Тенчит осы сеттуни кылла хабула ди олата. Шепкин эстер гытты көрсө айтар. Көрүңөрө отчуларга Жарахан Васильев тен бары артисттер бу барабаллар. Бо если ты не ровно хохайды хеджалары бит, олтуғынан тон бу артистер мейке все биттер, албақты Роман Михайлович Дмитриев кетті көрсөмбет, онна дөрөө бит, дөйді бұты бар таптал бұты, сүк үйір бітті, кен тұтты бұты, сол аппыты дейін әтелдерді, онна бұ Дмитриев Куструктура ұсты бұт кадрдарын. Көрің өсі қайда құрды бұрағалар. Василий Куструктура. Денага чөйде, итинни кадрдары кихи көрен билеген өсі берер. Манны көрәчілер бит италар. Ақтын санан ағыр мәлджі бар болуқтақ, ордық Роман Михайлович туғынан, отын тоғы Рома байын ғайны туғынын қаған нақты баттыр еден итер. Кыджағыз тұстуыны таптатшылар бейгі ғайны СССР чемпионы болып бүтін үйді бит әділдер. Жәр, Сани Кайыш, кіртік Ақтын ағы қыры. Гаврил Михайлович, әме туғынан уникальный кейт. Когда айлгаттан я кирдик таланнагата, именно айлга бирби кейтете. Даже бу арман тандаане миги тандаане минулан кадахпне ордук ордугате. Дак нарбаяте. Он натан кине кие бухит на арман михалс курдук кине эргиче хайдилах тох болбатах. Но олгунам маран кине бир икки өттүнен, икки үс өттүнен ала ухулучу хайдып ке. Мен потому что кини негитте даже туста хайдып ке. Кини орнотып армантан ага болла, мен гитте нэсэ ага болла. Анан кини мен кей бите. Но кини негитте хлобур туақтен.
Игорь Кирбет спортсмен, противник, соперник. А то Игорь Халангалар соперник мне бар. Он Игорь Халангалар кинем был Гаврил Михайлович. Гешахсе, это гадло. Когда хорсон, кини индигерекиретурар, прием, там прием, говорят, то старганаха интригней, крыховой бывает у стулах, и не гнан, и не бейте, он ну как киллер. Она наха, когда еще я храх, это вахтахе. Корроман, не говорим, хаюш ханавари, бо, еще бахарцка была не тулар, курячилер, бисе, блин, куда рюхпит. Говорим, хаюш. А на кадрехкара, бывало она Роман, он говорил Дмитриев тур Москва студент на рынке тогда хартаска коллега, а на кадрехкара, он на бора махама хайш алорурка стер, кадрехта, бо, где, еще и бая хартаска, а на кастер да. Говорил наверху посередине. Эй, было, да? Эй, Оливия алорурка. Вот, и чего любите. Ну, я могу дополнить, что вот эта книга как раз-таки посвящена братьям, по сути, вот. Гаврилу и Егору Павлову, что они были его первыми тренерами. И вот любовь к семье, к родным местам, к родине, она вот красной линией проходит через всю книгу. Мы говорим, хорошо, интересные байки, агаспайки. Хевеского чемпионата, финал игр Аминулла Насурлаевтен. Дагестан тустыгында тустай делар. Оны тустай тақтарына. Амбастан Насрулаев екі балылар. Онтан өретер болбат ғылардағаны Гаврил бірағар кенене. Бір өшкөнің көйен ер, оны тустай денетер бі. Теперь ты догоняй меня. Ровно в линке, где ханглоски те дигайнер, коллеги Джаллар, Михаил Фимович Николаев, Левис Сиренендин, Олонан Келендер, Блигин, Роман Михайлович, Хадира Вартехеп, тебе ханхал бы девять. Келендер был на Черопчике, Митиенко, для Кастолуска, Артларди, Роман Михайлович, что он на Топиесовар, театрализованный, Олонан Кадер Тетлер,
Волустарга, юбилейный, солнан Ананден, Омахулна. Он на Улана, все, Бана Пекахаупа, Эджигайнга, то спортивный, Улахан Набиекта Туладер, федеральный программа, на спортивный зал, вот этот Роман Михайлович Атанчугюхта, он это был Ахсанех, Ига, вот этот Улам Дюхта Улабиек. Он это был коротко, мы набережный бар, Роман Михайлович Дмитриев, на набережной, мы то уже хочу товарный корреллен, был имей олдах. Эти 202-й гвар, то... Улуста. Он олдах ради блиги? Олдах, да. О, сэнэ ча, а ты ну эти тиге, бихиге сэ хаддах тух улет и тагас курдугуй. Тарантанин сафровна бары не томен тилях булайях. О, сэнэ, а ты ну эти тиге, бихиге сэ хаддах кахал улелих тях бити. Ну вот беда в том, что молодежь сейчас мало читает очень. Вот книги мы выпускаем, пишем. Еще будет фотоальбом, где тоже будет воспоминания. Как раз вот был вопрос, можно ли вот, я думаю, для фотоальбома можно взять эти интервью. Mm-hmm. Если есть фотографии интересные, тоже туда включить. Mm-hmm. Хотелось бы, чтобы, может, в школах это пропагандировалось, какие-то вот mm-hmm. часы, посвященные, ну, выдающимся людям Якутии, mm-hmm. чтобы дети как-то изучали во всей республике. Физкультуру Рогранник Вертолет Добрин. Теорияны вертехтектор булайым бе. Теорияны, но онна үксе физкультура урогар булағына методиканы нерделер булай. ФГОС туынан, программатынан, олейм булағынан, там, Сақайрин бұл доқтанатын, учуталтан дұл. Класс чағын бұхытынан неген болуын сөп болу, да? Білеген, как раз достығым арттан сағалан, то есть, кулынты басты күн тағалан бары республика осколары бартыр білейін классны частар, уроктар бола тұрды бұл. Он бит бұл Маған және класса петен күрдік план мероприятий еті провисті бұлан егер барды ол кері әйтір. Қастығыны министерство атаманық, қайын бейегі қолы министерство спорты бұл күректі ең орағын, ол тенгеті министерство образование үйрек күғатығыр қаз бейді кластар күр оқтары тағын декада Романа Дмитриева деген білім болыдыр. Оннық бұлай жауыл атын кәлір көліна арты ергіна де. Да, кәлір көліна арты. Тоғына білі әпетім күрдікке кеневетен сағылы бұд. Усырын кенен. Усырын кенен сағылы бұд. Онна те кем әмен ғор бұд документарны кенет әже білген кем Владимир Александрович Иванийский ғор бұд документарны кенет әдақсыға. Оте білген әте олар ақпа пулақтарында оны көректір әтсәп документарны кенені, оны тұқыдыштығында кенені тағыстағына толған пропаганда болады. А то на хе субъектир не гид, Роман Михайлович кинетир, усран кинал. Субъектир. А мне усран кюрюдив. Субъектир он. Лен. А сюда чё и тох блога. Кине было один эр не вид. Кине то устутон устан битер битере. Болерин блин бо боил была она. Танга хидел. Коркин Коркин то она кине тевните. Коркин то она боил кине так сакта вообще. Он на то бо ким нах субъектир. Он то мол она бо Роман Михайлович тевитре то она кине а биеге то не бо Антонин Сафроналах сценарий не бартен ми бары агандар веретен киренге онда горайлар. Сэб жере көрөтчү киттер эфирге тахар дүбүт үтөк анан. Алло. Алло. Дроба. Мага. Жере стебит багылста анан. Ха, үтөк анан. Але көрүш. На бу шөн ба. Терехни тахлар гитнен. Маргитера Гадде. А, манна устутен. Александр Николаевич, Леонид Николаевич. Билу Кустукудун, Басок, Кейвдин, Адаван Михайлович, Дмитриев. Томбесила Томбутан, Кандидатурас, передача от Эдрик Чакати, Имтевай, но там был Беги Орта, Саджон Джаханада. Дехтим Маравт. Блин, Эдрик Чат, билден турон улахан кумиддардаахтар умно комойог хин сорок сорок тараттан бу бихиге улу жомбутун Роман Михайлович Павлович Бенигин Александр Николаевич Ионов Василий Николаевич Гоголев курдук жомбутун андары билбек курдук ханыбын ороктор оннук отонон оттон билгин самый жаркан кемге патриотическое огону эдер чери ити жеңе хепти бехнерен аңгында сүбилейдерге да бол бакка сылдарттан
Разговор важным день тема кирантура, а там бы кисело вода, он на том беге был бар солнцем утон, диктанас лудем утон теден кесет кесивит, он на все эти телевидение не на он на том, а сцена сеттер кесет ахаровите волда демните, эти лебнетим Алексей Горович. Цеп, я махтал. А среди школа более пестер будет портреты бар было надо. А среди школа. Учёта школа-то была, рахалда школа была. А как у тиригератон, хас алтыш, хас тюрден, отытыш школа варьетлер. Ол школа габартыгар бар болорун багаровымен спортивный. Спортзалдыре холуру бар болун тапла. Ол спортивнер. А, то холуру кластерга хакатлан клар сахауриятчилар ади укурдук. Тебе лиги холуру бу бил бир улахан трехем битне ми бу анустегулин наротри кардларнага курахтеги Арман Михайлович Дмитриев атнан курахтеги бу колумту трахсус тахсус анускунериге. Ди триумфорагига болуга тахан кабсе хара хадах кимнах келари хжалари уанна тахадах трехнах барар турлар. Юни Калыш, ким басири? Тасиме Сергеевич Касиятин, бу осайна бейка сакайри гараттан улахан кырктейлер болар, Павел Павлович Пенегин туын оғыларгы болар, бу эдер чатта Гарма Михайлович Дмитриев кен, отын Коркин кен улахан жонгы болар болай. Онда бейке қаз бидди улахан тирайынерге бәдеведе сонда тәрлтелер бицеганына өлейдер, оны Барма Михайлович кен егер бу училищ олимпийского резерва кене атын сөгер боларын бұйырна кендер әппетнесті ақтар. Дәрі, аха, сен Сергеевич. Ага, ты бу булар туру курахтыйга, билигин тергел уже бигергетинде турал командалар, омук дойдулардан, он ики команда калары билдир. Ону тенге Россия сборна командата, үш составы агалар, былырыңаттан тон кыргыттар тустуларын келдер бипетин барыжа, Джон Бекке билер, келер Сергейн, Чубаты Юрем, Кыргыттар 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 спортсмены России там волат торгуют тут спортсмены России там вон на Чурбалта регион там Россия региона так галеры трудят. Вот в этом офсай спортсмены лидеры кюже там тут спортсмен он это не бьен это тренер он на тут 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 судья кален букрахте ебитин киргетен барыхтахтар. Да. Устук кемге чербак ки галеры мешуги. Видим колор бу санси кеми устук кемге бу бихи мактанык бутада бир дөдүлак деп пөтөрүшүм шанапка кени бүлүлөгөн министерство спорта Россиянын катта центр спортивной подготовки федеральный центр катта манда бу непосредственно федерация спортивной борьбы России Михаил Грас Мамешевдин төлөнөр бу 12 тойду келендер. Анан ити улахан үлө дейкен багарабын. Анан эми улура омуктара калыр кепсети билин Роман Михайлович Борельева, он это манник Эргир, это он бесил денег, он на манник бу. Он был медаль, а то мы тастага, то сахарин им бит ох потом кандирок так мы пуладе, таст потом. Вон это бу Арман Михайлов бары тох барстен, ден атыллар таки не тут станас болик, стани класс мы бидра был, он бу был мандык. Каз бидди призер дарга, тренер дарга, бардер мандык. Барс, ага, белье он дует. Талисман, ага, мы на талисман мы тарбу курах тиви талисмана. Тиви талисмана утра. Ага, логратта.
Всем счастья, добра и процветания Республики Саха-Якутия и России. Спасибо. Да, эти курдук Роман Михайлович атын уетити салганан барар, бу кене атынан орагайдар тутулалар, кене атынан улусалар бар болалар, онна бүгін бихеха бу курдук оттон элбак тирактихилер тирайхиндер емес улусата кең далахан ақты бараларын туханын бүгінгі бір ептер кәрсетті бит. Бұғойын күр бүкітер мақтана бұд, эхі қылжыста бүкітер мақтал болын, онны кепіп бі курдук Роман Михайлович ата үрі бихеге сүрақ бүтігер тырнақ болуан. Көрсөп